тараканов показать. Покажу вам сейчас. Сейчас все покажем. Так и не показал их. Да, но небольшой перерыв делал. Глоток чая. Потому что тяжело говорить. Больше часа. Вот. Тараканов сейчас покажем. Так, и Марию. Марию тоже вам покажем. Всех покажем вам. Так, давайте тараканов сейчас. Вот они у нас. Вот они, вот. Вот, побежали. Это блоберусы. Это южноамериканские тараканы. Они вырастают до достаточно таких внушительных размеров. Такой приятный окрас имеют. И даже держат их в качестве декоративных. Но вот этими ребятами я не кормлю. Вот, я их пока сейчас только выращиваю, потом разведу. А кормлю я мраморниками. Зачем бумага? Это не бумага, это... как же это, господи? Лотки из-под яиц порезанные. Но они в них прячутся очень хорошо. Мне нравится в них прятаться. Прячутся, сидят там. Так, ну давайте вам мраморных теперь покажу. Вот тут у нас мраморные сидят. Руками мне трогать совсем не хочется. Поэтому... О. Да, согласен. Фу. Но кормить Машку чем-то надо. Так, ну давайте напоследок вам покажу Марию. Вот. И до вечера мы тогда с вами попрощаемся. А вечером запустим трансляцию. Вот, как раз она уже поест, уже будет ходить так нормально. Вот. И тогда посмотрите этих ребят. Не пошевелилась еще? Нет, Дим. Еще нет. Так и сидит. Поэтому сейчас не особо интересно смотреть будет. Вот вечером будет неплохо достаточно. Вечером будет достаточно неплохо.
шила. Нет. Нет, симпатичная достаточно. А что если их всех вместе сместить? Вот это вот Мария всех сожрет. Потому что Тимидж. Он ядовитый, да, ядовитый. Все ядовитые. Но не смертельно опасный, если аллергии нет у человека. Круто, конечно. Конечно. Интересный питомец достаточно. Какой вид? Кембридж. Кембридж. Древесник. Паук, птицеед, псалампеус, Кембридж. Где купить можно, смотря в каком городе проживаешь. В принципе, в каждом таком более-менее крупном городе есть заводчики, которые разводят, у которых можно приобрести это все дело. Но если нет, и есть прямое ЖД-сообщение с Москвой, или с Питером, или с другим городом, в который есть заводчик, то можно заказать и отправить с проводником в себе. Но у вас должны быть по-любому. По-любому должны быть заводчики. У нас в Саратове вот один только есть. Да не за что, обращайся. Подписывайся на канал. Он кусается. Ну, может укусить, если загнать в угол. То куснуть может запросто. Куснуть может запросто. Но так нет, так не будет. Так будет до последнего убегать. Прикалываешься над своими? Нет, нет, нет. Над своими не прикалываюсь. Возьми его на руки. На руки... Я возьму на руки после того, как он полиняет. Это будет где-то через месяц. Не раньше. Не раньше. Возьму на руку, сниму. Мне нельзя такого зверька. Почему нельзя? Теми угорать начну. Ну, тогда да, лучше надо. Это такой питомец, на которого надо просто сидеть, наблюдать. Сидеть. Сидишь, смотришь, любуешься. Вот. А чем ты его кормишь? Тараканами кормлю. Кормлю тараканами. Дорогой он у тебя вот, на данный момент 2000 рублей. А так малыша можно и за 200 рублей купить. Мелкого совсем выращивать его. Вот. Так, ну что, ребят, давайте тогда завершать трансляцию вечером. Включу еще. Попробую покормить Лосиадору. Вот. Может быть, покушает она сегодня. Вот. Вот. Тебе не жалко его? Таракана нет. Есть помимо еще домашние животные. Рыбки. Рыбки есть. И пауки. Три паука. Вот и все. Паука. А в чем его жалеть? У него все в порядке абсолютно. Вот. Поэтому подписывайтесь на YouTube канал. Если у вас есть какие-то вопросы, там будут обучающие видео, гайды всякие. Вот. Стримы по хоррор-играм всяким страшным. Отпускать не буду. Да, у меня 3 штуки. Где еще 2? Еще 2. Сегодня вечером покажу. Вот. Поэтому рад был с вами пообщаться, рассказать что-то новое. Поэтому давайте. До вечера, ребята. Все, всем пока.